Сегодняшний день я воспринимаю как исторический. Еще одна веха на этом удивительном пути, который мы называем Дженес. Я помню первую встречу в Сан-Габриэль, Калифорния, куда мы пришли, как вы знаете, с большой мечтой, с большим видением. И знаете, мы пришли со средством резерв, которые мы разливали в бумажные стаканчики, рассказывая людям о том, что мы станем следующей компанией-миллиардером. Я думаю, мы были правы, не так ли? Это Ким Хью, выходящая на прямую связь из Южной Калифорнии. Друзья, у нас не просто есть возможность обладать таким замечательным продуктом. Это самый передовой продукт. В то же время у вас есть финансовая возможность изменить свою жизнь. Это было начало Дженес. Дженес родился 9.09.09. И первой целью было помочь как можно большему количеству людей осуществить свою мечту, как и мы. Потому что мы имели счастье достичь так многого за годы совместной работы, что мы хотели помочь другим, кто также горел желанием. Вы смотрите на кривую роста после второго года работы, номер 82 в первой сотне компаний отрасли. Мы были оповещены Ассоциацией прямых продаж, что у нас номер 80... ...82. В первой сотне в мире. Моим горячим стремлением было помогать детям по всему миру, и я думаю, что вы впечатлитесь. Мы бы хотели, чтобы вы нам помогли. Я хочу, чтобы вы все стали бриллиантовыми директорами. Тогда мы сможем помочь еще большему количеству людей в мире. Одна из первой двадцатки самых влиятельных женщин в мире прямых продаж – Уэнди Льюис. Компания прошла долгий путь за последние 3,5 года, и мы имели честь и счастье повлиять на жизни стольких дистрибьюторов по всему миру. И мы делали это с большим удовольствием. Женщина года в отрасли – Уэнди Льюис, соучредитель Дженес Глобал. Итак, это не макияж, и это не косметическое средство. Как вы видите, это антивозрастная сыворотка, которая мгновенно дает поразительные результаты. Что вы думаете, семья Дженес? Итак, это продукт Дженес. Посмотрите видео. Она наносит продукт на лицо, и он работает. Instantly Ageless. Произведено Дженес. Глобальные изменения происходят во всем мире. И вот что я вам скажу. Компании говорят о том, чтобы заработать миллиард долларов продаж. Это не наша цель. Наша цель в том, чтобы создать многомиллиардный бренд, который будут узнавать во всем мире. Мы творим историю. По всему миру она создается людьми многих культур, национальностей, религий, поколений, которые вместе составляют одну семью Дженес. И мы не остановимся, пока не сделаем Дженес компанией номер один в отрасли в мире. Мы можем это сделать, семья Дженес.